Меня зовут Семенов Иван, мне 26 лет. Родился я в Казахстане, город Кустанай. В 19 году окончил курс Григория Михайловича Козлова. С этого момента работаю в Магнитогорском драматическом театре имени Пушкина. По совместительству театр куклы и актера Буратино. Играю в театре различные роли, как характерные, так и драматические. Мне бы хотелось, например, сниматься, быть известным. Это классно, это хорошо, я люблю театр. Но в кино это так точечно и так прям аккуратно. Это прям как дыхание, вот как ты дышишь по-настоящему. Это что-то сокровенное, что-то вот здесь, в душе. В театре ты все делаешь. Прям жаришь нормально. Потому что, ну, по-другому в театре никак. Иначе зрителю будет, мне кажется, скучно. Да, вот такие дела. Меня зовут Семенов Иван. Мне 26 лет. Точно так же говорит. Тебе никто не поверит. Тебе денег никто не даст.